Es domāju, vai jūs piekrītat, ka katrs svin tos, kas kuram liekas svēt? Jā, mēs tādā esam panākuši, ka ebreji savus svin atsevišķi 4. Jā. Un lai viņi netraucē 6. martā mūsu karavīrus, viņi uzvarētāji, viņi cīnīšies pa Latviju, tikai zem cilvēks var šitādi iet un bļaustīties. Maskavā viņi būtu nošnauši, ja viņi uz padomu karavīriem bļaut. A te deputāti atļauj uz būsu latviešu karavīriem bļaut. Kāda armija? Kāda morāls tiem zemcilvēkiem, kas tevi saimā, parazīt salīduši, vai ne, viņi nerisina latviešu problēmas, tikai tēlojot nacionālis parazitē uz latviešu tautas, uz maniem nodokļiem, ja savu maksā vielas nodokļus, parazitē viņi visi. Ko jūs teikt tiem, kur sauc par neonacistu šī mazāk Es neesmu neonacistu, tas ir vienkārši tā pati zombēšana turpināts, kas bija padomu laikās. Kāds es nācīs, man ir Krievi vairāk kā latviešu pazīstāk. Mēs pa mūsu tautas tiesībām cīnosim. Ne pa ko vairāk. Jā. Mēs esam saimnieki, tā jūs zinu, taču himna arī teiks, kur Latvi vīri dzied, kur Latvi meici dzied. Jā. A ne savādāk. Ne pa nēģeriem, ne pa Krieviem, ne pa ebrejiem nav teiks. Viss. Un mums jābūt saimniekam. Te ir vispār, es neredzu nevienu taisa saimā. Visi skatās, kā tik zābaks Maskavā nopūstēt vai te. Ja, это латышская земля, тут не должны ни русские, ни евреи, никто. Это наше. Тут, а хотят вот эти гады, которые сидят сами, все тут, латышей куда-то рабами за границу и сюда мигрантам. Это нельзя допустить, потому что у меня дети, внуки есть, они должны здесь жить. А это именно сегодня надо все провозглашать? Ну, надо сегодня, день? Другой день не услышат, потому что будут больше всего эти паразиты пищать. Немцы же, смотрите, вот это немец 1 июля, это латышский партизан. Видите, сколько цветов было, что вы доделали Красной армии. Это 1 июля, вот латыш стоит, никакой не немец. Почему? Потому что зомбирование, Клёцкин еврей, тут это советский пропагандист продолжает мозги пудрить. Все, взяли в латышской армии, где надо патриотизм, возродилось государство. Так же, как в Советском Союзе, военно-патриотическое воспитание. Все, от своих солдат бегут, которые, понимаете, Германия сдалась, легион, а курсами стоит латыши не взять, да? Скажите, пожалуйста, а что делать с теми русскими, которые жили в 1870-м? Я ничего не говорю, не собираюсь никого не депортировать, ничто. Пусть они просто живут как нормально, не качают права там, понимаете. У них больше ничего нет, есть 9 мая, все забыли там. Что забыли, что в 17-м царя убили, что всю расстреляли русскую аристократию, расстреляли, что забыли. Ну, надо что-то другое. Видите, уже товарищи евреи пришли, им не стыдно на солдат кричать. Я сказал, на месте таких расстреляли. В Москве бы на Красной площади попробовал, кто бы на ветеранов войны, да, их да, сразу бы. Правильно. Они идут, воют здесь, понимаете, крик. Это воют. Вот... Он навел стрелять, да? Воют. Вот надо. Дает. Если надо вы призываете вот. Убивать на месте меня. Да, а что вы орете там около наших солдат? А ты в университете на коррентах. Вот пришли, понимаете, евреям надо показаться. Все равно умные евреи все в Америку ехали или в Израиль ехали. Все дал вот эти остались. Дундуки больше не могут. Дундуки одни остались. Бундуки. Умные евреи все в Америку. Мне тоже их много было, ребят, евреев. Да. И в Израиле. А здесь вот такие дурачки, вот сейчас по дурачка канает, вот таких. И делает это рост между народами, да? Русские не идут там кричать. И улыбается главного. Главное улыбается. Не, а что, какие они фашисты? А меня тогда что хотели расстреливать? Я не еврей. Но там же вы сказали, а русских хотят фашистов расстреливать. Вы же тогда сказали, за 5. Вот я русский. Правильно, а что вы орете на солдат? Вам не стыдно? Нет, не стыдно. Да, на фронтовиков. Они эсэсовцы. Какая разница с этим? Сколько? Половина не купит. Конечно. Да, я не вижу. Да, идите в синагогу, там к ним придет все депутаты, они в народ. Думаки, эмоцис, латвис, грунат, айтов, галву, турец. Латвис, заброд. Вы это ты сапрыт костейцу? Я. Вот это, то гриб, какой то гриб латвис? Твоя была там, нет. Ну, парень, твой алшитан, ты тур. Зайду только, свин
А то зин, кур глаз камера. Давай. Слепка уж иди так, ну ладно. Я шустенье же виси. Рока кура катра, лет визем, висур каули. Я, парек, латвия шкаули. Юс шучмани. У него уже жиди. Лепа я, как нотика. Вис риг, вис апка, вис рвину с каулос. А юс же слепка уж иди, кой уж не скайк. Я, паскайк сам шустенье. Я, ари кадре избитал, как паскайк, не лепой, стэпо. Как это не легко, я? Отойдет камера. Пасаком трава. Отойдет камера. Чисто вариант, если правка, ты же варят стоит. Я надеюсь, что это? Ба? Tu kur nalien iekšā? Kur tu vien virsū jokādi? Vārts ir prom! Es neizturēšu, jā? Es arī esmu cilvēks. Nevajag. Problēmas vajag. Būs problēmas. Čīvēs, te seipsi iti nakūt. Jā. Necenzētiem vārdiem no... Lūdzu, aiztiet. Šis tādiem vārdiem arī esam saukāties un mums jāpārkāt. Tas ir viņējais, tāpēc viņš tā var atļauties. Nu, tā redz, ka viņi viens otram uz austiem čukstās. Nu, tā ir vēl tā. Nu, okupācija paliek okupācija. Ko tad viņš ir izdevies vairāk, tas okupantas? Nu, protams. Domājat, ka mūsu?
muss es nicht und getrieben, es war ein Blätter, ja, wir, war wir, war wir. Весь прикрыт избегаю Арвен, Арвен. Олег Шатрок стыжею Арвен, Арвен. Петр весь прикрыт избегаю Олег Шатрок стыжею Арвен, 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 Арвен. Олег Шаеш стыжею Арвен, Арвен. Он мадурине вучая Арвен, Арвен. Олег Шаеш стыжею Арвен, мадурине вучая Арвен, Арвен. Arvien, Arvien, Arvien. Ak, trinit manus, Arvien, Arvien. Tu solies reiz manūt, Arvien, Arvien. Ak, trinit manus, sešpuntīt, tu solies reiz manūt, Arvien, 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 Arvien. Bet nu tu mani piešķi. Nu jā, tur visi korēni, visi tā bandi tur. O tu visi tur, tagad visi zatnēdī, viņi jau latvieši nenāk, nevien deputāti. Ja? A tur uz sinagogu visu, ir kā mēs, es pa saviem nodokļiem uz tur viņš tos paradīju. A kur tā, un nākot jau oficiāli jāmēģis tā kā svētku atzīmēm un dienu. Vai panākt, organizācija tā nav viņa atbalsta, es te vienā organizācijā nav. Pagājušajā gadu man no tēvzemiešiem visiem par šito gājienārā. Cits nosodīju šodien brīnos, ne Zaters nosod, ne Dabrovskis, ne... Es vienkārši nesaucu cilvēku, es jau nevarēju paredzēt, vai būs kaut kā. Nu, ir tā, ka... Jā, tas ir Mārija. A jūs te bija, ka žīdeļi vesela čupi pie okupācijas muzeja smirtinājā gājā? Jā, jā. Man neredzēju. Mēs bijām tur visi. Viņiem ir no 30. Līdz 4. Skolas ielā 4. Redz kā.